Приветствую вас. С точки зрения профессиональной психотерапии ситуация заключается в том, что у вас в браке есть некоторые проблемы. Эти проблемы привели к тому, что у мужа появилась любовница. И вы, судя по тому, что спрашиваете, бросит ли он любовницу и вернется в семью, не желаете эти проблемы решать, потому что он может вернуться, он может бросить любовницу. Но это не решит те проблемы в семье, которые у вас появились, и которые привели к тому, что у мужа появилась любовница. Поэтому вне зависимости от того, что произойдет дальше, вам сейчас нужно пересмотреть свое поведение и по отношению к себе, и по отношению к мужу, и по отношению к своей семье, и начать что-то менять. Любовница дает мужу то, чего не даете вы. Соответственно, нужно понять, чего им не хватает, и постараться это ему дать при условии, если вам это легко, у вас есть чувства. И дальше уже будет, в принципе, все понятно. Что касается того, что мужчина настаивает на разводе, пока что выглядит как тот, кто не особо в этом уверен. С другой стороны, как-то не очень вяжется тот факт, что он настаивает на разводе, но при этом приходит домой ночевать. Вы упоминаете это, ну вот этот факт вы упоминаете в контексте того, что мужчина, я так понимаю, оставляет мостик, но что если он приходит домой ночевать по каким-то другим причинам, ну, например, ему элементарно привычнее спать в вашей квартире, допустим, или в доме, что в таком случае? То есть, как бы это, мне кажется, то, что нужно в любом случае исследовать. Дальше, что делать, чтобы что? Вот. Что делать, чтобы что вы хотите? Если гармонизировать отношения с мужем, это одно, если разобраться в себе, это другое, Ирина. Так что подумайте, и после этого уже по заданному вектору можно будет работать. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.